Здравствуйте, друзья! Вчера стало известно о кончине дочери Михаила Ульянова, известного актера. Елену без признаков жизни нашла консьержка. Предварительно у нее случился сердечный приступ. Еще со среды близкий друг Елены пытался до нее дозвониться, но она не брала трубку. Тогда приятель запаниковал и попросил консьержку зайти в квартиру. Дочь Елены Михайловны трагедию сейчас не комментирует. По данным СМИ, Елизавета вместе с детьми находится за границей. В данный момент семья спешно вылетает в Москву, чтобы организовать похороны. Несколько месяцев назад дочь Михаила Александровича похоронила собаку, единственную родную душу, как она тогда признавалась друзьям. После смерти любимого питомца она перестала выходить из дома вовсе. В основном Ульянова находилась под опекой друга, который и забил тревогу. У Елены Михайловны также в последние недели сильно болели ноги. Мужчина время от времени ее навещал, а зимой выгуливал пса. Смерть женщины не носит криминальный характер, как уже заявлено полицией. Точную причину медики назовут после проведения экспертизы.